Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале «Твой детский домик». Меня зовут Томаски Алексей. Я нахожусь сейчас в помещении, которое мы сделали специально для «Не дома», которое находится на западном Еременко 5D. В общем, ссылочка на их ресурсы в описании. Переходите, подписывайтесь и обязательно приходите к ним в гости. Сейчас бы я хотел вам рассказать именно про детскую зону, которую мы изготовили специально для «Лофт не дома». И нас встречает вот такая вот большая арка у нас свободная, моются полы, вешается сцена. До открытия остались считанные дни, и мы успели вовремя. Это было непросто, было очень много вопросов и нюансов, о которых я расскажу немного дальше. Ну ладно, а сейчас давайте приступим к обзору нашего домика. Итак, при входе нас встречает вот такая вот светлая большая арка. Можно зайти свободно, никаких дверей. По контуру у нас сделано здесь освещение, чтобы привлечь внимание. И кроме того, стены с правой стороны и с левой стороны от этой арки вверху внизу сделаны из безопасного оргстекла. Во-первых, это дает визуальный контакт с детьми. Можно посмотреть, что они делают. Далее, это не нагружает помещение, потому что помещение здесь просторное, свободное, легко дышащее. И задача перед нами стояла сделать именно какую-нибудь такую подобную конструкцию, чтобы было максимально легко, прозрачно и свободно. Далее, внутри нас встречает домик, который также сделан из оргстекла со стенами. И в домике есть у нас винтовая горка. Помимо у нас есть домика, есть стеллаж, а также есть лесенка, которая также закруглена и имеет определенный угол. В общем, давайте пойдем поближе. Итак, мы находимся уже внутри помещения, где располагается наш домик. С левой стороны от меня и справа от вас находится наша лесенка. Лесенка имеет вот такие вот перекрытия, которые можно использовать под полочки. Она закруглена. Как вы можете обратить, на стене стоит защитная решетка, чтобы дети не имели доступа к окнам, а на самой стене есть мягкие панели, чтобы детишки вот своими ручками не залапывали белые стены. Ну и дальше у нас стоит сам домик. Домик выполнен у нас также в свободном, дышащем и парящем стиле. Стены выполнены из оргстекла. Такое ощущение, что тут в принципе и ничего нет, потому что минимальная визуальная составляющая контакт. Далее из домика у нас выходит вот такая белая акриловая закругленная горка, которая выполнена специально на заказ для этого детского домика. А здесь подо мной находится сухой бассейн. Именно сухой бассейн, в который спускается сама горка. В общем, круто, классно, интересно. Кстати, была небольшая история про этот сухой бассейн. Он должен быть сухой, но мог получиться довольно-таки мокрый. Потому что, когда крепили мы основание горки в этот бассейн, в полу находится водопроводная труба. И при бурлении, сверлении и крепеже этой горки мы попали именно в водопроводную трубу. И оттуда хлыстнула вода. И вот так вот, конечно, мог получиться не сухой бассейн, а как и есть, на самом деле, прям настоящий, мокрый, как и полагается, бассейн. Но, видимо, идея не очень понравилась, мы немножко посмеялись. Конечно, течь мы устранили, все решили, и теперь детишки могут свободно играться. Ну а с другой стороны у нас находится вот такой вот, выполненный из МДФ, в котором дети смогут спокойно хранить игрушки, всякие принадлежности, всякие ништячки, чтобы детям было весело и интересно тут играться. Вот такое великолепие у нас получилось. Поэтому подписывайтесь на наш канал, поставьте лайк, пишите ваше мнение в комментариях или мне на WhatsApp. Все ссылочки и ресурсы есть в описании. Ну а с вами был я, Уманский Алексей. Мы не прощаемся. До новых встреч. Пока-пока.